وقال رحمه الله في سؤال قدم له نفسه: ما حكم مخالطة أصحاب الجمعيات؟ الشيخ رحمه الله сказал в одном вопросе, который ему предоставили, текст его такого, то есть текст вопроса состоит такова, что какова решение смешанной или связь или общение с обладателями или хозяинами или членами джамъияти организации. فقال он сказал: الذي ننصح به أهل السنة أن يبتعدوا عن الحزبيين. Наставление, которое мы хотим давать Ахлю Сунну, отдаляться от хизбитов. فهم من ذوي الزيغ. Потому что хизбиты – это те люди, уклоненные. Люди, их называют люди уклоненные, то есть которые от истины отклонялись. كما قال أبو قلابة، أبو قلابة сказал رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. Не садитесь вместе с бидатчиками, теми людьми, которые они, значит, подчиняют свои страсти. ولا تجادلوهم, с ними не спорьте. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يغمسوكم. Я, значит, не даю вам гарантии, чтобы они не опускали бы вас или не погружали бы вас в своем заблуждении. То есть нет безопасности в том, что они так делают, чтобы вы попадаете в их заблуждение. وَيُلَبِّسُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ مَا تَعْرِفُونَ. И они будут запутывать для вас некоторые вещи, которые вы знаете.